Окей, ребят, всем привет, с вами вновь Дарриди, и мы продолжаем играть в тир. Что ж, мы с вами прошли пистолеты, пулеметы, штурмовые дробовики, теперь у нас будут ручные пулеметы. И напоследок будут, конечно же, тяжелое оружие. Это будет жесть. А пока что ручные пулеметы. Я понимаю, тут два только. Пулемет и тяжелый пулемет. Окей, начнем с пулемета. Первое испытание. Мишень движется после нескольких попаданий, убивая. Затем появляется снова. Что ж, начнем? Это будет круто. Там же до хрена патронов, перезарядка даже не понадобится. Ах ты ж, блин. Ждем-с. Кто тут еще? Да, пулемет это классно. Ах ты, одна убежала. Эх, все-таки понадобилась перезарядка. Провалено. Но ничего. Это только первое испытание. Первая попытка. Ладно, попытка номер два. Давайте пока перезарядимся. Провалено. Хорошо, тут нужна мышка, так что возьмем мышку. С мышкой, я думаю, я точно справлюсь. Так, первая, вторая. Где же вы? На геймпаде нужен автоприцел. Давайте быстро перезарядимся. Пройдено, но слабенько. Все-таки хочу на золото победить. Она движется, но очень медленно мишени. А может не движется, может у меня глюны. Ну, уже получше. Нужно в разные цели мишени стрелять. Ну блин, не дотягиваю. А, так, ну-ка. Требуем тяжелый пулемет или прохождение второго испытания. Ну давайте второе испытание пройдем. Так, то сейчас ты. Теперь опять ты открылся.
Тут надо много заработать. Ладно, сейчас мы возьмем мышку и зададим им трёпу. Вот такой брутальный мужчина. Второе испытание сейчас мы быстро сделаем. С мышкой-то вообще просто. Дали по 3 стажно. Тем более я знал, откуда они сейчас будут появляться. О, до золота очень далеко, ребят, нам. Пройдено, но на серебро. Что ж, теперь возьмем тяжелый пулемет. И первое испытание. Вернемся. Этот перезаряжается быстрее, это круто. Хоть что-то радует в нем. Ничего, я думаю, мы справимся. Вот с тяжелым пулеметом, мне кажется, самое то брать нам золото. Че, приготовимся? Я так понимаю, мне надо по-разному стрелять. Если я буду стрелять по-разному, то мне будет больше за это опыта. То есть с одного, второго, третьего там попал. Все, давайте так сделаем. Немножко так, ну, немножко по-другому. Вот в чем принцип-то. Ну все, вот мы золото и взяли. То есть одному, вторую, третью там мишень попал. Хорошо, испытание 2. Я думаю, второму мы тоже пройдем. Я, кстати, мышкой играю. Вот сейчас в предыдущий раз тоже мышкой. Поудобнее тут будет. Могу перезарядиться сейчас. Сейчас опять он тут откроется.
Эх, до золота мы не дотянули. Что ж, я думаю, последний раз можно повторить. Ну, уже результат получше достал. Пройдено, блин, 35 тысяч. Эх, не дотянули мы, ребят, не дотянули. Ладно, третье испытание. Восстанавливающиеся мишени убираются после нескольких попаданий. Че, приготовились? Тут стрелять во все подряд, наверное, я не знаю просто. Мы, кстати, даже до серебра с вами не дотянули. Я думаю, можно было и лучше. Так что давайте переиграем. Что-то с пулеметами нам не фартит. Вообще бронза. На серебро. Ну, могли бы, кстати, на золото. Что, будем переигрывать? Я думаю, давайте со второго попробуем второй раз. Ну, второе испытание переиграть. Потом попробуем третье испытание переиграть. Я примерно уже порядок запомнил. Так, приготовимся.
Пистолетка. Окей, 42 тысячи мы заработали и побеждаем, ребят. Побеждаем, берем золото, наконец-таки. Это очень круто. Что ж, третье испытание, ага, тяжелый пулемет. Мне он больше понравился. У него потому что более быстрая перезарядка. Это очень кстати. Так, тут надо, я понимаю, менять мишени постоянно. Стоит они не канает, 200, 300. Вот, 300 это хорошо. Пока 300 надо зарабатывать. Так, 100 это плохо. Вот 200 это хорошо. Так, 100. Окей, 33 тысячи, да, мы это сделали, ребят. Мы все испытания за пулемета прошли на золото. Это очень круто. Ну, единственное, вот у нас пистолеты. Ну, пока мы только осваивались, вот пистолеты, не все золото. А потом пистолет-пулеметы, штурмовые, не все. А вот дробовики, все золото у нас. Пулеметы, все золото. И теперь у нас будет самое крутое, это, конечно же, тяжелое оружие. Вот. Обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И впереди вас ждет еще много чего интересного. С вами был Дарид, ребята, всем удачи, всем до скорого, пока-пока. Это GTA 5.